Всем здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться, как я делаю вторую пикировку петунии. Кстати, хочу также сделать обзор, как выглядит петуния, которая была посеяна 12 февраля. Сегодня у нас 28 марта. Петуниям со дня посева, пусть они 5 дней всходили, где-то пусть 17-е, там, ну, даже до 20-го, пусть они всходили, сегодня 28-го. Ну, где-то самое большое, полтора месяца после всхода, вот так она выглядит. Это петуния, которая семена я собирала из своих цветущих в прошлом году. В этом году я уже не покупала, а решила посеять те, которые собрала семена. Вот, обратите внимание, вот здесь я уже перевалила вот с таких маленьких ячеек, вот, которые 4 на 4 в диаметре. Вот так они росли до такого вот возраста. И теперь им еще месяц расти, до мая месяца, в открытый грунт, чтобы высадить. Я думаю, теперь им хватит места. Здесь я стаканчики выбрала, вернее, и стаканчики из-под сметаны, которые по 0,4 мл, то есть 400 мл. И литровые бутылки нарезала из-под молока. Но так как они очень плохо с таких бутылок пластмассовых, полторашек, очень тяжело вытаскивать, и даже с таких стаканчиков тяжело вытаскивать, я еще поставила туда именно вот такие полиэтиленовые маленькие пакетики, чтобы просто дернуть и вытащить рассаду. Все-таки будет так облегченней. Бутылки такие, они литровые, очень такие большие, поэтому для рассады тут достаточно. Очень как бы объемные. И в пакетиках, конечно, сделала, проколола спицей дырочки. И вот, обратите внимание, вот сегодня я их полила. Вот так выглядит моя петуния. Сейчас скажу, какая. Изи Вэй. Вот такая красавица. В прошлом году я их и пикировала, потому что было очень мало в пакетике семян. Уже не помню, сколько было. 5 или 6. И в этом году вот такая. Здесь у меня такая, которая, пишу, розовая, с белой каемкой. Которая как бы сама выросла. Так, я такую не сеяла. Ну вот, собрала семена, и вот она у меня выросла. Это тоже ампельная была. Так что, друзья, хочу даже такие высадить. Вот уже наготовила свои кашпо. Буду высаживать на постоянное место и выносить в теплицу. Такая вот у меня тут грунт. Такой вперемешку здесь покупной. И мой компост листовой. Вот. И плюс, конечно, добавила еще агроперлита. И еще здесь немного оставался у меня грунт, почва, брикет, который заливать нужно кипятком. И такой, я думаю, грунт не сильно тяжелый, такой рассыпчатый. Вот такой грунт я пикировала свои петунии второй раз. Вот и все, друзья. Чем я хотела сегодня с вами поделиться. Так что, чтобы сэкономить свой бюджет, можно собирать семена и сеять. Ну, я, конечно, еще хочу сделать публикацию, как они будут цвести. Тогда уже я наверняка буду всем советовать собирать свои семена. Я думаю, что будут цвести не хуже, чем покупные. Теперь я с вами попрощаюсь. Друзья, спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить пальчик вверх, кому была полезна моя публикация. И также, друзья, я еще вас приглашаю подписаться, если кто еще не подписался. Еще много будет интересного о цветах и рассаде овощах, и также о урожайности. До новых встреч!